Преподавателей детских школ искусств, сотрудников сельских клубов и домов культуры, музеев и библиотек, преподавателей творческих коллективов наградили почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и главы города-курорта Анапа. На мой взгляд, все-таки наша культура одна из лучших на территории Краснодарского края. Я думаю, что... Почему она одна из лучших? Здесь собралась плеяда таких людей и коллективов. Именно вы несете свет культуры людям. Именно вы не даете нам, простым смертным, забыться в суете, в буднях жизни. Именно вы несете прекрасное. Именно ваше творчество помогает человеку встать с колен, подняться и пойти дальше. Поэтому от имени главы нашего города Сергея Павловича я поздравляю и благодарю вас за тот труд, за тот свет, за то счастье, которое вы нам даете. Людмила Георгиевна упомянула такие коллективы, как «Лунапарк», «Соловейка», «Виктория», заслужившие признание далеко за пределами Кубани и даже России. Каждое их выступление – настоящее культурное событие. Было отмечено и то, на каком высоком уровне в этом году в Анапе прошли мероприятия в рамках муниципального этапа экспедиции «Имя Кубани». Эту работу также по достоинству оценили на уровне края. Самых теплых слов признательности удостоились ветераны отрасли, проработавшие в ней долгие десятилетия. Валентина Хианиди, Татьяна Старкова, Зоя Шишкина. От имени главы Анапы им вручили курсовки на оздоровление в санаторно-курортном комплексе «Дилуч». А старейшего участника и солиста народного казачьего хора Владимира Пономаренко, которому в этом году исполнилось 80 лет, ждет санаторий «Мотылек». Даже в эти предпраздничные дни анапским работникам культуры не до отдыха. Сегодня и завтра 108 творческих коллективов города-курорта сдают ответственные экзамены на звание «Народный» и «Образцово-художественный». Кто-то подтверждает звание, кто-то претендует на него впервые. Сразу после торжественной части смотр-конкурс открыли выступление творческих коллективов городского театра.